Нечто примечательное произошло 25 марта прошлого года, когда Apple выпустила последний планшет iPad Pro премиум класса. В тот день планшет стал первым продуктом Apple, оснащенным датчиком LiDAR, который был включен в модуль задней камеры. Технология использует лазер для подсветки цели. Датчик измеряет время, необходимое лазерному лучу, чтобы отразиться от цели и вернуться к устройству. Это называется Time of Flight – время полета. Благодаря более точным измерениям с помощью LiDAR значительно расширяется возможности AR, а в портретном режиме изображения будут иметь улучшенное размытие заднего фона. Помимо введения датчика LiDAR на iPad Pro, Apple разместила датчик на модулях камеры, которые есть на моделях iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, но его нет на iPhone 12 и iPhone 12 mini. Однако теперь, согласно ресурсу DigiTimes, Apple планирует в этом году установить датчик LiDAR на всех 4 моделях iPhone 13, то есть даже не на Pro моделях. Далее в отчете добавляется, что как минимум до 2023 года эти датчики будут использоваться на устройствах Apple. Это потому, что компания подписала 3-летний контракт с Sony на поставку деталей, используемых при производстве датчиков LiDAR. Датчик станет отличным инструментом для умных очков Apple Glass, о которых мы с вами ранее говорили. DigiTimes также сообщает, что производители Android начнут добавлять датчики LiDAR в некоторые своих телефонов, возможно, начиная со второй половины 2021 года.